у Аниты Цой сейчас будет легкое дежавю. Да, Леша, потому что в проекте «Один в один» она исполняла номер на арию «Мистера Икс» из знаменитой опереты. Надеюсь, в этот раз она будет не в образе Георга Отца. Или Алексей Тихонов все-таки согласился на роль принцессы цирка. Живу без ласки, боль в груди затая. Это для тех, кто не умеет петь. Всегда быть в маске. Тихонов, я твоя. Давай. А вы заметили, что Леша похудел? Леша похудел. Нет, все заметили, что ты похудел. Постройнел. Вообще, ну, сейчас мы, короче, в отличной форме. Раз. Подожди. Не поняла еще раз. Ой, далеко уехала, извини. Конечно. А ты должна уже быть готова к этому моменту. А мы сюда потом, да? Ну да. Разгоняйся, Анита, молодец! Эта история о нас, обо всех артистах, кто выходит на сцену. Это о людях, у которых есть своя жизнь, свои переживания. Очень часто, несмотря на то, что их окружают поклонники и остаются одинокими, это такая сложная история. В общем, у нас все об этом. Снова туда, где море огней, снова туда с тоскою своей. Светит прожектор, фанфары гремят, публика ждет, будь смелее отрубат. Со смертью играю, смелый дерзок пойдет. Все замирает, все смолкает вокруг, слушая скрип. Кажут с улыбкой храбрый шут. Да я шут, я циркач, так что же? Пусть меня так зовут вельможи, как они от меня далеки, далеки. Никогда живу без ласки, боль.
Раз 50, наверное, я смотрел этот фильм «Мистер Икс» с Георгом Отцем. Золотой баритон. И я, наверное, теоретически могу себе представить, что можно жить без любви. Но что это будет за жизнь такая несчастная? А когда женщина любит так, как сейчас нам показала, для нас прокатала Анита Цой, вот рядом с такой женщиной жить счастье. Очень красивый номер, очень сильный технически и эмоционально. И это было так прекрасно, что не хочется думать об оценках, потому что вот она, квинтэссенция нашего шоу «Ледниковый период». Они ее только что нам продемонстрировали. Просто чума. Анита Цой и Алексей Тихонов. Оценки за технику. Все 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. И общий балл 12 баллов ровно. Хибла, начнем с тебя. Ребят, спасибо большое за красивый номер. С таким драйфом и с таким кайфом катались. И столько энергетики. И спасибо большое за внутренние ощущения, очень красивое. Я вдруг вот с Дениском мы сидим, думали, сейчас будет вот эта важная поддержка. Но вы ее сделали в конце. Спасибо большое. Спасибо, Денис. Мы уже стали что-то вот здесь понимать. Знаете, на самом деле, жанр оперетты – это один из самых сложнейших жанров, где нужно петь, танцевать и играть актерски. Тем более, когда звучит такая музыка, вечная музыка Кальмана из «Принцессы цирка», ария «Мистера Икса». И я представляю, конечно, Георг Отц в этом уникальном исполнении. Я думаю, что и танцевать эту арию очень сложно тоже, и эмоционально, безусловно. И был момент вообще, когда Алексей сделал такое движение, как будто сейчас был бы выброс, и, так сказать, они там... Кружил, я тоже готов был увидеть выброс. Это вам на будущее. Да. Ребят, поздравляю, это было просто потрясающе. Спасибо большое. Спасибо, Денис, Татьяна Анатольевна. Алеша, ты был очень хороший, и очень хороший выбор музыки. Все у вас было на 6-0. Но хотела, честно, вторую оценку поставить 5-9. Просто не смогла. Знаете за что? За финал. Денис схватил вашу руку. Он должен быть в музыку. Вы уже сделали, а там еще один такт остался. Да вы хоть упадите в этот такт, но вы его отыграете. Ну, они упадут, согласны? Потом вы первую снизите. Все. Хотела бы, Леша, у тебя спросить по поводу финала. Ирочка, зрители дорогие, судьи, уважаемые, Татьяна Анатольевна, как же мне сегодня было замечательно кататься. Просто правда, восторг, потому что Анита сделала все и даже более того, что она могла сделать на сегодняшнем нашем катании. И я настолько увлекся и заигрался. Вы абсолютно правы. Там финал был на колено. Представляете, выпало абсолютно из головы у человека, который 36 лет занимается фигурным катанием на коньках. Бывает. Так что спасибо. Спасибо, извините. Анит, вот мы видели одну поддержку, другую поддержку. Теперь мы видим их вместе. Скажи, пожалуйста, что тебе еще интересного предлагают сделать на льду? Все. Что, и прыгать предлагают? Авербук вообще пообещал, что если мы займем первое место, то пара, которая займет первое место, поедет третьей на Олимпиаду. Ну, конечно, это шутка. Фигурное катание живо, жило и будет жить. Мы обожаем его. Люди, вставайте на коньки и катайтесь в удовольствие.